В Одинцовском округе провели региональный круглый стол по вопросам развития и продвижения музеев Московской области в туристической сфере. В беседе приняли участие туроператоры из разных регионов страны, а также директора музейных учреждений России. С презентациями выступили представители музея-заповедника Пушкина в Больших Везёмах, Звенигородского музея и музея Танеева, а также Одинцовского историко-краеведческого музея.